ждет. На крайняк я просто разверну камеру вот сюда. Да? Всем привет! Привет, привет! Люди, вы где? Заберите у меня, пожалуйста, на четверых пригласительный, проходку на шоу «Импровизация». Мне нужно в аэропорт. У меня через 20 минут трансфер возле дома. Ну, пожалуйста, приедьте хоть кто-нибудь. Ребята капец смешные. Вам очень понравится. Ну, приезжайте. Меня без загара увидите последний раз. У меня, короче, сначала была шальная идея разыграть это в аэропорту, но потом я подумала, а нахрена, если 22 июня, это вот скоро, и если люди улетают, то как бы это вообще смысл? Едешь? Далеко? На импровизацию. Блин, они такие угарные, капец. Я, кстати, очень расстроилась. Они отменили в мае шоу. А мне так понравилось, когда я там была, ну, приглашенным, типа, героем. Они вообще прям на уровне. Прям поржать можно. Ну, кто-нибудь-то едет точно. Рядом, но в кровати. Из кровати, знаете, в шортиках летом можно выбежать. В пижамке. Да ладно, это что, будет быстрый эфир? И я завтра приеду. Но без закладок. Я, короче, подумала сначала... Привет, гуфик мой. Я, короче, подумала, что... Ну, типа, а чё, можно же в Турции? Ну, прикольно же, кто есть из моих подписчиков в Турции. А потом подумала, блин, у меня же все сертификаты, подарки новосибирские. Как? А люди же из разных городов. Ну и, возможно, я просто там куплю какой-то подарок и разыграю. Ну, не знаю, посмотрим. Всем привет. Я скучала по тебе просто, знаешь как? Если бы ты меня не доставал в WhatsApp, то я бы скучала. Юр, подержи. А магнитик мне все. А может, у меня тут есть? Посмотри. Отстой, магнитик. Не взяла. Вот я, блин, как. Нет, я не в Мармарис. Что? Это не самое страшное. А, я думала, пишут, что я самая страшная. Что я самая страшная. Зачем у меня в сумке вот эта визитка? Частный детектив. Евгений Николаев. Привет, привет. Это для таксистов. Привет, мой будущий бывший. Ресницами? А что с ними? Их просто нет. Просто надо выщипать до конца. Ну просто я выдерну, пока буду лететь. Мне вообще пофиг, я иду в ссылку. Я не хочу никуда улетать. Я буду плакать каждый день, вам ныть в историях. Истории будут вообще не такие, как у всех с отдыха. И я не хочу никуда. Все, она врет. Я ей предлагала вместо нее лететь, она отказалась. Ну, ты сама отказалась. Я ты говоришь, что я буду вот это вот? Я так не говорила. Я тебе говорю, давай я полечу вместо тебя. Ты говоришь, нет. Я в машине. Ну, кто-нибудь к нам придет? Она не поймет, что мы в моей машине. Кстати, кто едет? Я не на своей машине. Вы же понимаете. Пожалуйста, сходите, поржите вместо меня. Ну это шо, я буду так рада. Едет кто-то, да? Евгений, я только что тут светила вашу визитку. Вы видели? Просто беру ее прям с собой в Турцию, получается. И вот так буду ходить и говорить, что-то какие-то вопросы. Вообще-то частный детектив. Они все равно по-русски не понимают.
Я скажу, я вам тут оставлю свой рюкзак, покараульте, если что, я частный детектив. Меня не трогает. И мой рюкзак. Че, кто-нибудь едет? Девочка написала, что приехала в мой дом. Это, кстати, страшно звучит, но типа все знают, где я живу. Я лечу с Яной, она на... И с ее сестрой. Сорян. Я не на своей машине. Звонил я. А вот угадайте, в какой машине. Неприятной женщине. Посмотрите последнюю историю. Я... А ты на Каене на белом? Да что, у меня есть такие подписчики на белом Каене? Реально? Мне звонил трансфер, поэтому прервалось. Угар. Он уже ждет. Реально? Нет, она... А нет, она за Макдональдсом пошла. Обознались немножечко. Дам подсказку. Марка автомобиля такая же, как у меня. Ну и судя по фотке, сделанной из машины, можно предположить, откуда. Ты чё? Ты где? Ты здесь? А ты где? Я там в машине. А вот не она идет? Я не знаю. Давай я выйду. Это она? Чего? Нет, это не она. Зови. Это так прикольно. Короче, я стою на улице. Ты что, бля, не закрылась от меня? Меня уже ждет машина возле дома. Да, я уже давно. Почему, вот, кстати, ты не могла отвезти бесплатно нас в аэропорт? Ты мне не предлагала. И я тебе не предлагала. Я поехала в Турцию. Вот. Ну и где? Что, она сходила, купила мороженое и пришла? Реально? Нет. Наглая какая, это точно не моя подписчица. Еще и мариновала меня, получается? Нет. Ну и где вы, где вы? Смотрите, где я стою. Самое прикольное, что я вообще тут... Да ладно! Нашла! Привет! Так быстро? Да я здесь. Спасибо тебе. Пожалуйста. Если что, я ее не знаю. Врет. Все, вас сильно люблю. Ждите сторис моего отпуска с моей ссылки.